Что ты там сделать собрался? Ты... А, ну да, точно, я же в один блок толщиной это сделал. Ну сорян, ну тут сделай так, как ты. И я тебе даже помог. И чё, и там тоже что? Подойди, блядь, ближе, она не кусается. Да нет, нахуй, сделаю уже скошенную. Заебись. Заебись. Ну так даже пишу, смотрится. Только, блядь, пидорасы в дом залетели. Всем... Я не понимаю, схуя ли я им по 48 урона наношу? Ты что тут, блядь, я ничего не менял. У меня он просто не может столько наносить априор. Ну, знаешь, я ничего не делал. Ты, блядь, по 25 урона наносишь. Что за хуй? Нормально. Я ничего не делал, я никакие настройки сервера не делал, отвечаю. Это что за хуйня? О, я, блядь, тебе твой лук, кстати, вчера так и не отдал, блядь. У меня уже какой-то лук. О, вот этот вот пиздит вроде как правдоподобно. Пингвин ползает. Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутемпал, ты... Ну, короче... Зевалка. Зевалка. Да, всем доброе утро. Да, и я без веб-камеры решил записывать, мешает она в террарии. Что мы сегодня будем делать? А мы сегодня будем делать улицу у нашего... у наших замков. Или замка. Ну, это должно было быть наше семейное поместье, так сказать, да? Великая постройка такая, да, нашей великой ютуберской семьи. Видите, мой славный, ну еще немножко недостроенный коттедж и его любительскую постройку, которую он отказывался редактировать вплоть до... Мне, короче, приходилось силу использовать, чтобы, ну, хоть как-то это вывести на какой-то более приемлемый уровень. В общем, наблюдайте, вот. Вот такой вот домик у него получился. Не, в принципе, ничего, нормально. Однако, знаете, он хотел, когда крышу построить еще этажа на 3 выше, только начать ее там строить. Я ему сказал: дядя, давай пока повременим с настолько грандиозной постройкой. Ну, у нас просто блоков не хватит, все такое. И, понимаете, он решил меня послушать и сделал правильный выбор. Я, кстати, всем тоже советую делать правильный выбор. Это никогда не поздно. Ага. Даю слово тебе. А, надо мне эти блоки взять. Я тут у себя все спрятал. Ледяной 129, снежный 87. А у тебя сколько? Ну, у меня 312 снежных, ледяных там 108. Я ледяные почти не использую. Я вот тебе что предлагал сделать тут? А, давай, короче, башню такую, центральную нафиг. Вот это все надо только разровнять. Ой, я ты ебанул башню центральную. Могильный крест. Фига себе, снес. Могильный крест. Не, знаешь, я такой выкопаю, и это могильная плита. Сейчас там не дают упандовать. Могильный крест. Ну, поставим там наверху могильный крест, раз ты так хочешь. Церковь? Будет похоже на церковь. Ну ты знаешь, как мы можем вообще тогда сделать? Вот, сейчас я начну. Даже не знаю, делать ли фундамент как там у нас. Наверное, стоит. Да, наверное, стоит. Вот что-то типа такого, да? Только тогда... А она больно маленькая, продлим... тебе не кажется? Не, у меня зародилась идея, мы это сейчас продлим. Нам же надо место, где эти чмошники наши будут жить, да? Продлевай это прям туда до конца. Даже скопай вот эти блоки. Это вот надо снести, тоже до сюда вот продлить. Мы, получается, сделаем как дом такой, да, у которого будет центральная небольшая башня, да что ж, центральная небольшая башня, и через эту башню будут проходить лестницы, которые ведут до наших домов. Вот что-то типа того. Ну да. Просто шикарная идея.
Ну, в принципе, да. А там еще дальше в горе уже можно будет что-то повыкапывать. Но это уже чисто как карта ляжет. Так, смотри, значит, высотой... Ну, где-то вот так вот. Да, собственно, выше и не надо, получается. Давай, ты с той стороны. Это получается плюс один блок прыжка. Слизня, блядь, закрыли. Пусть мучается подлюка. Значит, внутри можешь пока поделить это на комнаты. А, спускайся туда. Подели на комнаты такие равные, грубо говоря, по этому самому. Равные, короче, комнаты. Это блядь, сделай. Это а будет пока... сложно. Эти теневарки фундаменты считать. Да более-менее легко, чё. Нам надо тут еще тогда получается как второй этаж сделать. Вот. Вот в такой. Не, я тебе говорю, внизу подели это. Ну давай. Внизу. Что-то пошло у меня не так. Немножко. Внизу даже, в принципе, одинаково получилось. Ну вот, да, кстати, идеально у тебя получилось, я с тобой полностью согласен. Так, ну и раз оно у тебя идеально получилось, можно, в принципе, начать стенками закладывать, если у тебя стенки остались. Делай вот этими обычными. Они не остались, ну-ка. По сути, остались, я их не знал. Ну, тогда их и используй. Так, стенка 38, народ, еще делать надо. А почему мы не делаем замороженные платформы? Ну, кстати, сделай их деревянными платформами, мы просто внутри дома будем лестницы делать всякие, чтобы красиво было, а замороженными мы вот лестницу сделаем, типа такую, да? Я сейчас сделаю стенку. Сделай. Я вот не знаю, если я просто от этой башни потом проведу такую лестницу, это будет смотреться как-то слишком неправдоподобно. Ну, я так думаю, по крайней мере. Мне надо будет сделать что-то наподобие опоры для нее. Башня у тебя немного не попала. Ну, да фиг с ней. Это можно всегда списать на то, что комната немного не попала. Не, это оно особо не режет. Глаз это оно. Да чё ты на берёшь это... вот так? Ща. Кирпичи. Снежный кирпич. Так. От этой... бля, раз, два, три, не знаю, раз, блядь, так, раз, два, три, что ли, блядь, не ебу. Так, ну вот, в принципе, сейчас по челику сориентирую, так, это как стоит. Да вот, все, попадает. Да ты поставил ее в то же место, на котором... На котором он стоял. Тебе тоже. В то же или не в то же, блядь? Да тоже, тоже. Блядь. Ну, мне интересно, сколько урона он меня нанесет. А, все, он меня ваншотнул. Значит, ты ничего не крутился. А хули он так, блядь, высоко прыгает, пидорам? Я тут рассчитать пытаюсь. Да ёб твою мать. Заебать.
Высоту я, в принципе, вот такой нам хватит. Это будет как... Доставься ты, мать твою. Это будет как это... платформа. Пол, короче. Пол, а там выше, если захотим высокую башню, то можно будет ее и выше сделать. Но, знаешь, честно говоря, я что-то высокую башню не хочу. Потому что надо будет тут стенками тогда все закрывать красиво, чтобы выглядело как-то. Не, ну нормально, я ничего не менял, мало наносит. Что-то типа такого. Блин, надо вот сделать эти ледяные платформы, потому что... Ну раз уже делать, так делать из них, из тех, что... Поэтому надо сгонять за льдом, этим я и займусь. Да ёфту, хуя бьёт. Да и нахуй не хочешь пойти? Ты там с зомби разговариваешь, там походу хотел. Пиздец, он тупо рукой этой своей дотягивается и мочит, блять, это чё такое? Ну это значит, что он не захотел все-таки. А еще меня бесит, надо как... Вот из чего... А, точно, для кровати надо паутину, да? Ну да, шелк. Ну а шелк из паутины делать. Угу. Уже просто надоело от землянки пешком перейти. Ой, бля, чувствую, нам будет весело в кровавую луну. Я тебе говорил, это не такое частое событие, что так его боятся. А, ну скоро будет. Почему ты так думаешь? Хотя у нас пока толком жить. Обычно кровавая луна быстро наступала. Ну как сказать быстро? Нормально так. Ну это может в старых версиях. Сейчас она редко бывает. Ну по крайней мере у меня так. Я помню, жил возле красного биома. Там, ух, как любила кровавая луна появляться. Да ёб твою мать, я даже не заметил, потому что у меня за дверью был зомбай. Он опять нормальный. Опять одноруки ходят, тут столько, что я, ну блин. Да пора всё. Жителей этих заводить и света побольше. Побольше светы. Света, да, побольше. Дрейков сейчас растить будем. Если бы говорит, о, там этот пидорас идет. Тебе жопу, братец. До твоей хаты я, в принципе, лестницу дай. Да, и смотрится она ничего. Бля, ко мне пидорасы залезли. Маленькие зомби. И... У тебя так голова. Я думал, я сейчас это в слоумо их перепрыгну, но нихуя. У тебя голова так классно отлетела, мне понравилось. Сука, понравилось ему. Кровать бы тут была, а тут переть далеко. А хотя чё, похуй, я сейчас возьму себе доспех какой-нибудь скрафчу. Из дерева сделать.
Ну, самый такой бюджетный, который мы можем себе позволить. Да блин, в натуре что-то ни хрена нет. Офигеть. В дом войти мешает могильная плита. А, обелиск. Фига себе. Могилка называется, а обелиск. Красный? Нет. Розовый. Розовый обелиск. Обелиск. Так. Да ни хрена я не могу. Ну-ка, крафт. Пожалуйста, дайте нам крафт. У меня достигли 4 серебряных колыбка. Чё ж так, зевалка побеждён в 10-м доме. В смысле побеждён? Ты убил 50-го зомби или тебя крякнул 50-й зомби? Там же написано игроком зевалка побеждён. У тебя было написано побеждён, я думал, ты дай. Не, ты шо, какой дай ты, я ж самый топовый игрок в эту игру из когда-либо существовал. Так, стрела. Всякая фигня. Недостаточно ресурсов. Недостаточно ресурсов на крафт доспех. Я вообще вон руку ему беру, сколько мне. Хотя чё я жалуюсь? Тебе рука даже не выпала. Да, мне пришлось сделать меч. Но он у меня, кстати, прокнул, он у меня демоник. Же у него 13 обычного урона, а еще плюс 18%. Глаза такую. Странно, но нету никаких глаз. Дверь откройся. Дверь закройся. Так, ну в принципе, что-то типа такого я не найти смогу. Классно. Ничего не скажешь. Блять, не-не-не, тихо. Сука, вот что с этим пидорасом делать? На нахуй. Блять, кашлющий. А, на, давай. Сюда, сюда иди. Нормально стрела, да, Маш? А что ты за стрелу сделал? Ничего, обычная стрела. Обелиск, опять обелиск взял. Два обелиска выкидываю нахрен. А прикинь, в натуре в арке обелиски выкидывать можно. Берешь такой обелиск, выкидываешь. Типа опоры такие у меня. Вообще мы сейчас с тобой скоро путешествовать пойдем. Надо будет, знаешь, что, столы со стульями намутить во все комнаты и пойти путешествовать. Конечно, конечно. Как же иначе? Мир гигантский. На самом деле он такой себе обычный. Привыкнуть можно. Не, ну, когда стену плоти завалим, у нас будут единороги бегать, поэтому готовься. На толку, если бы еще от этих единорог. Которые нас будут атаковать. Не, ну вообще будет единорог, на котором можно будет побегать. Ну да, мало. Стой! Ты... Да, сделай правильные факела, правильные сделай. Во. И там тоже поставь одну вот этих трех. Отлично. Я смотрю, ты учишься дизайн. Конечно. В арке я тоже что-то к дизайну стал придерживаться. Мне особенно понравился китайский дот. Все равно в арке я красиво строю. А потом красил всю базу, что у нас было. Ой, господи, я помню, за что я такой, что за хуйня?
Я тоже помню до сих пор, как я за ночь перекрасил просто всю базу, когда мы на Овке играли. Челик так и пишет, блядь, я зашел и охуел, что это? Розовый пол, нахуй, красные стены и все такое. Но все придерживалось одной цветовой гаммы, ну, собственно, так, как я люблю делать. Ох, так, надо мне крафтануть еще стенок. Блин, эти слизни, конечно, заколебали. Откуда они? Вот знаешь, уже охота прибить короля слизней, чтобы они... Хотя король слизней для нас будет силен. Ну, как тебе сказать? Если... Если он умеет телепортироваться... Так а толку от его телепортации, если постоянно будет. Так он вешать? Может в дом залезть. Ну так в доме и не сидеть. Не, ну как сказать. О, стоп, в смысле 48. Мне еще снежные кирпичи надо делать, ну давай. Ух, дожили, уже скоро опять, наверное, придется фармить. Хотя вряд ли. Конечно, придется, ты что думаешь? Будем расширять нашу пещеру. Ты это еще пещеры называешь? Да. Так, а куда я это поместил? Я потерял куда до этого поместил пару стен. Куда я дел пару стен? Вы чирикнулись? Да и вообще, знаешь, как я люблю. Я люблю делать статуи бомжей. Воткни в эту дырку, что у меня вот тут вот, в таком куполе тоже. А с чего это гоблин такой почёт? Потом, когда другую статую найду, я гоблина отсюда... А он в эту дырку не воткнёт. Я говорю, факел воткни. А, гоблин втыкаю. Во, идеально. Надо гоблина поставить. Блин, господи, я сейчас испугался. Сейчас звук такой был, как будто червь, который под землей ползает. Так червь-то не опасный. Не, ну смотря какой. А там все, кроме боссов, вообще ни о чем. Что адский этот костяной червь, что и в пустыне большой червь. Ну знаешь, для червь, нас он сейчас так... еще какой, чем? Да, то есть я на основе гонял на харде, там нормально все с ним, с этими червями, они тебе ничего толком сделают. Надо бы питомца. Ну ты знаешь, можно с маленьким шансом выбить со слизня посох, который призывает слизня питомца. Вот. А в чем можно... польза от него? Ну как в чем польза? Он сражается на твоей стороне. Ну знаешь, надо найти нам с тобой джунгли и найти эту... Хоной. Моной. Ты шо, пчел хочешь? Пчела прикольная штука, стрелять будет. Причем я пчела прилично. Стрелять буду. Причем прилично стрелять будет. Я пчела стрелять буду. Как-то так ты это представляешь. Пчела стреляет. Червяк ползает. А слизень прыгает, нормально. Господи, спасибо, что слизень не квадрат.
Что ты имеешь против майнкрафтовских слизней? Самые топовые слизни, ты ж. Блин, вот как же тут сделать? Так, стой, я помню, как помечать буду. Раз, два, три. Раз, два, три. Блять, попал или нет? А нет. Опа, во, все симметрично. Я понял, как рассчитывать. Тупо киркой это стукнуть. Ну, можно просто блоки ставить, тоже типа рассчитывать. Вот такую херовину надо будет сделать. Мы чё с тобой, колдунами льда будем? Чё ты там пробубнишь? Колдунами льда будем, да? Даже не знаю. Хотя в любом случае найдем рано или поздно магическую синюю палочку, поэтому по-любому зимние колдуны. Хогвартс. Ну пока вообще все идеально, красиво. А, ну я пока могу как раз жителями заняться. А то скучно что-то. И надо этого выселять, советчика оттуда. Или он у нас с землянки жить будет? Советчика выселять, блядь. Он у нас с землянки будет? За что? Ну не знаю, как хочешь. Хотя он хочет с землянки жить. Да пусть с землянки живет, он заколебал луком стрелять. Хотя, блин... Хотя ему быстро можно перекрыть кислород, что там надо, стол забрать. А я приду, все заберу. Ну, стол у него забрать надо. Дверь излишне. И он такой, выселили, суки. Ноги платил исправно, за что. И он придет сюда. Интересно, дойдет ли он до сюда. Если не найдет, он умрет, появится новый. Делай все из заснеженной древесины, и светильники, и интерьер. Все делай, нам надо все идти. Так я 7 пенсии заснеженной делать. Зато у тебя стол стоит обычный просто, из обычной древесины. Самый бомжарский стол, который вот можно было придумать в этой игре. Ты его поставил себе. Ничего не понравилось. Да ну и не бесит уже этот стол, столько раз его видеть. Ну окей. У тебя тоже музыка играет, да? Конечно. Ну, ту, которую у тебя играет, я не... Не, я имею в виду, которая в Террарии. Конечно. Меня прикалывает музыка вот эта в зиме. Пс-пс. Мне всегда музыка в игре в любой нравилась. Ну, практически. Far Cry 3. Ой, Far Cry 3 божественная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Опа, байба. Босс Ньютон, торговец, прибыл, как только я стул поставил. Ну, это к нам заселяются уже. Стой. Дедок. Торговец. Дедок, все нормально? Дедок, ты зачем в пещеру полез? Ярик. Магазин.
О, вот он как раз копилку и продает. У нас с тобой теперь будет. Не ту копилку имел в виду. Там есть, которую с собой можно. А, живая, не, я вот эту копилку хотел бы купить за. Не, ну я буду копить, куплю за одну монетку золота. Все копилку у нас с тобой, на каждого будут свои деньги копиться. Ну, в принципе, справедливо же, да, то, что у нас с тобой будет храниться, да, у каждого своя копилка. Ты считаешь это справедливым? Ты, конечно, хочешь нас, походу, поселить по разные баррикады, да? Не, я имею в виду, у нас дом-то общий, ну, типа, у одного своя копилка, у другого своя, ну, чтоб мы вещи друг на друга покупали, какие нам надо, типа. Какая... А смысл, если мир-то твой все равно? Опа, с этим не поспоришь, да? Так, зефир... Ой... Не, ну вообще у него тут... Да пока он, в принципе, ничего особого. Ну вот я хочу копилку купить себе, чтобы монету туда складывать. А, потом... Только мне не нравится то, что он что-то не там поселился, слегка. Слышишь, а я купил у него зефир, и что мне с ним делать? Жарить на костре. Так, подожди, у нас там костер у тебя на крыше стоит. Ой, а что мне с ним делать? С дедулей? С кем? Дедуля умрет. Да он залезет обратно. Да нифига! Вопрос, как он залезет? Что, ты сейчас пожарил, что ли? Во, у меня зефир на палке сделался, ты! Вижу. И как мне теперь его жарить? Так, ну в чем прикол-то? Я вот не знаю, как где-то обратно залезет. Он зареспался не там, где надо. Он потом залезет в дом обратно, не ссы. Поставь факела, я еще тут сделал две хреновинки. Ну-ка, я пойду пожарю там на наш... Да не хочет оно жариться, ну и как мне это говно пожарить? А как его пожарить? Вот не жарится, прикинь, хоть убей. Я вообще решил по одному стулу ставить. Чё хочу сказать, дедок уже отбивается от зомбари вовсю, ему пизда. Да нет, ты не понял, он будет там шляться, пока ты рядом. Он не залезет в дом, пока ты рядом, он же там занят. Он не залезет в дом, пока ты рядом. Да, это как вы не можете спать, пока рядом находится монстр. Не знаю я, как его жарить, иди пожарь его сам. На. Поджарьте над костром. Чем мой костер его недостоин, я вообще не... Поджарить. Или его не надо выкинуть? А выкинуть или не выкинуть? Выкинуть? Ты его выкинул? Выкинуть не захотел он. И что тогда с ним делать? Где взаимодействие? Эй. Эй, вот костер, или как тут? А может. А может тут крафтить надо? Не, он не крафтится никак. Блять. Вот я даже не знаю, что же с ним делать. Ой. О! О! Шо? Стой, я его приготовил. Как? Я просто постоял с ним возле костра. Приготовленный зефир расходуется, немного повышает все характеристики, ускоряет регенерацию здоровья, длительность 10 минут. Пошел зефир покупать? Да, пойду и за мой зефир изначально был, но я пойду его еще. Вот он залез в дом. Вот он залез в дом. Скотина.
Нахал, да, залез в дом. Ну все, мне теперь готовый зефир позарез. То есть никогда его в реальной жизни... Ты должен, жизни... короче, просто возле костра постоять. Сколько вот мне стоять, это вот интересно. Не, ну я что-то постоял, он фигак и сделался. Ну ладно. В натуре сделался. Трындец. Иди еще зефир покупай. А он в натуре, у меня теперь 7 защиты, ты прикинь. Он меня на 2 защиты повысил мою защиту, охренеть. Я теперь то еще не прыгаю. Зефир это имба у нас. Ну, пока что можно так сказать. Я теперь прыгаю как зайчик, и у меня хпшка регенится, ну нормально так. У меня уже 60, а было 20. И я шустрый такой, как я. Ладно, дорогие друзья, вот такая у нас сегодня была серия. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, с вами был Тутенпаут и Зевалка. Всем удачи и всем пока.